Всем привет! Сегодня мы рассмотрим принцип работы кнопки для Arduino. Кнопки и переключатели соединяют цепь при нажатии на них. Кнопки в основном идут с фиксацией и без фиксации. Кнопка с фиксацией держит нажатие и ждет нового действия от пользователя, а кнопка без фиксации сразу размыкает контакты при отпускании. В этой анимации вы сможете увидеть, что происходит внутри кнопки с набора Arduino при ее нажатии. Левые, как и правые контакты сплошные, но они соединятся при нажатии. Вот простейший пример подключения. Светодиод будет загораться только тогда, когда кнопка нажата. Также можно добавить управление электрическими механизмами с помощью кнопок. Для этого нужно, чтобы кнопка передавала свое положение на микроконтроллер. Считывать информацию мы будем с цифровых датчиков. Мы сделаем так, чтобы кнопка включала светодиод, а при повторном нажатии отключала его. Вот код такой программы. Кнопка передает низкий сигнал, а при нажатии большой. Этот сигнал будет менять значение флажков у системы с задержкой в несколько миллисекунд, чтобы не было дребезжания контактов у Arduino и система работала без сбоев. Если простыми словами, то пользователь должен просто успеть убрать руку с кнопки до ожидания нового значения. Также можно кнопкой контролировать более сложные процессы. Добавим несколько светодиодов, и нажатие на кнопку будет менять направление свечения светодиодов. Вот код такой программы. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Чтобы рассмотреть, поставьте видео на паузу. Спасибо за просмотр. А если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать мои новые уроки.